Здравствуйте, с вами Джо Даффи и Чока Пайка. Играем Марио Андретти Рестлинг. Целая гонка, 40 кругов. Типа ралли, блядь, Джо Даффи, да как? Там 90 кругов, да? А? В настоящем ралли там вроде 90 кругов, да? Да, по-разному. Блять, я не понял. Подожди. Здравствуйте, с вами Джо Даффи и Чука Пайка. И играем Марио Андретти Рейсинга. 40 кругов. Мы играем на сток. Пишем имя. У меня Джо Даффи не влезет, буду просто Джо Дафф. Так, я написал. Я тоже. Так, выбираем цвет. Я буду черный. Под номером 7. А он зеленый под номером 39. Ты вообще опять молчаливый, ёб твою мать. Да. Так, берем маленькую самую карту. 1 километр и 40 кругов. Потому что карта я хочу называется... сосредоточиться. Так, карта 5 восьмой мили, то есть 1 и 1 километр. Называется Red Fern Fairway Raceway. Ёбаный в рот. А, Ferns. Просто я за экрана не увидел. Играем квалификацию, там 3 круга. Ну, если нам понравится, мы, может, раньше начнем. Поехали. Ой, что-то притормозил маленько. Так, я черный снизу, он зеленый сверху. Ты аж по 90 гонишь. А ты вообще, когда был позади меня, едешь намного быстрее. Вот ты сам увидишь. Буду, если я позади, то я буду быстрее. Сам охереешь. Так, я проехал. Я помню. Ты проехал. Так, опять у тебя хреново что-то было. Да, есть такое. Ай! Блин, в жопу, блин. Хорошо, я тебе зону создал. Я тоже. Портнула! Да нет, то, что я начинаю, не знаю, может, третьим или четвертым. Ну, посмотрим. Я вряд ли буду уже первым. Ой, ё-моё! Вспомни, мы когда играли в карьере, вторую трассу мы играли. 9-10 квалификация места. Чувак, я, возможно, в этом месте и буду, потому что, блин... Не, вряд ли. Вряд ли. Нет, ты, конечно, будешь позади меня, существенно. Но я не думаю. Ну, где-то секунды полторы-две, мне кажется. Ты угораешь. Ты представь, ты четвертый. Ну, я же говорил, ты меня просрал. Но... В общем... Чуть больше секунды. Джо Дафф начинает стартовую позицию первый. Барт Финли, Сто Хакс, Чокопай, Шерман Лонг, Шон Стоквелл, Джер Маккена, Уилл Уильямс, Нэнси Коннорс и Скип Уилсон. Погнали. 40 кругов, дорогие мои. Друзья. Это я вижу. Так, я ему хуй дам проехать. Вот теперь видишь, ты едешь 196, а я 180 там с хуем ехал. Ну, зато я практически позади тебя.
Ты чё, уже второй, что ли, блядь? Да. И все равно я еду 175, 390. Ну это пока. Ой. Блин. Чувак, походу я тебя не догоню. Да погоди еще, там пинстопы будут играть свою роль, поверь мне. Там пинстопы в натуре будут играть. Вот ты на пинстопы зашел и ступил. И кстати, я так посчитал, если бы не лишний пинстоп, был бы со мной бы гнал бы прям. Прям как будто прям на параллельных волнах. Это да. Смотри, если ты будешь прям тупить машину, это буковка Т, это то есть... Ай-я! Затупил. Так, почему-то у тебя горючего меньше, чем у меня. Кстати. А в прошлый раз так же было. А машина у тебя более качественнее сейчас. Я не знаю почему. То ли там номер и цвет затягивает, да, фиг его номер знает. Соответствует. Фиг его знает. Автомобиле. Ну машина у тебя качественнее, чем у меня. Вон, у тебя уже бензин желтенькая. Я тебе подсказывать не буду. А то вдруг еще догонит, блин. Не надо. Ну ты спокойно второй идешь, прям интересно. Ай! Интересно, обгоню я тебя хоть на круг. Аж интересно. Да ты меня хрен, походу, пропустишь. Во-во. Я где-то тебя на полкруга обхожу, где-то так. А нет. Ну на треть. Вон я уже на поворот пошел. Вот и на пинстоп уже, я вижу, пошел. Нет, ты, кстати, тебе хватило бы еще на круг, если честно. Полностью жди и ничего не делай. Блять, нахуй подсказал. Я так полностью. Ты третьего, да? И то, и за четвертый, ну это за пинстопа. Да. К сожалению. Я уже кругового обогнал. Я уже кругового обогнал. Сейчас ты меня догонишь. На круг нет. Не сразу. Мне еще самому скоро вставать. А, точно. Хочется, конечно, обогнать. Я вот 9-го обогнал на круг, 8-го. На, шевели своей железной задницей, козлина рыжая. 7-го на круг обошел. Так, ну я постараюсь, у меня красненькая уже. Попробую еще круг проехать. Надо рискнуть, конечно. Так, я один в 9-м круге уже. Ты еще на 8-м. О, я рядом с тобой, прикинь. Буквально. Если бы не пинстоп, я тебя сейчас догнал. Да. Колеса сняли, поменяли, залили горючим. За 7 секунд. За 8,5. И у тебя уже половина, прикинь. Охренеть. Видал, да? Я в шоке. Номер машины зависит от этого. Я в шоке сам, вот честно. Да, у тебя в натуре половина, а у меня полная. Въебался, блядь, кругового. Сука, за него, сам блядь. Виноват. Я в этом не виноват, он был на повороте. Сложно было устоять, он, сука, внезапно. Ай. Да пропусти ты, скотина, меня бесит, когда я не пропускаю, ты ж крём круговой. Не заезжай еще. Ух ты, ёб твою мать. Вы охуели, а? Они, да, если честно. Пиздер, прям вот рядом ехали, и а ты тут ни хрена бы не сделал, если честно. Ни хрена. О, лак. За первый лак. Вот ни хрена бы ты, честно, не сделал. Это да. Ой, я тебя почти на круг обогнал. А, нет, я шучу. На пол круга.
На полкруга я тебя сейчас обхожу, потому что я как раз прошел круг, а ты прошел там, где пинстоп. То есть я тебя на полкруга ровно обхожу. Да. Вот, кстати, хрен знает, вот я с таким же горючим пошел на круг и проехал. А ты, мне кажется, тебе надо вставать, вот честно, сейчас надо, не хватит. Надеюсь, есть. Ой, чуть не всёкся, видел? Угу. Вот сейчас... А, не догоню тебя, ты-то мне свою жопу хрен пропустишь. Я уже к пинстопу подъехал. Блин, пока тебя не вижу. Не потерпишь. Ну, третий, кстати, от тебя недалеко, если честно. Блин. Блин. Это тоже круговых обгоняешь. Да. Но, да он что-то встал, блин. Меня третий не пропускает на круг, говно вонючее. Он все равно круговой, ты че, вот козел, а? Тебе же лучше, что он меня не пропускает, а я все пропустил, отлично. Я его подкупил. Ага, чтобы мне свою жопу дал, жопу давал свою, блядь. Да. А нет, это не третий. Взад. Вот, да ты меня сейчас увидишь? А, из-за номера, походу, зависит скорость машины и горючее. Да, я тебе про что и говорю. А ты тогда, кстати, быстрее меня ехал. Ну, проиграл мне. А мог, кстати, нет, ты мог выиграть меня, если не лишний пинстоп. Я у тебя выиграл буквально секунд 5, а пинстоп занимает секунд 10. Ну, ты выиграл. Вот она, твоя срака. А-а-а, козлина. Ну, я тебя попозже обойду. Я обойду тебя точно на круг, на один. Ой, ё-моё! Отвлёкся. Меня поднесло, да. В смысле я второй? Прикинь, я второй. А, нет, я уже первый. А, вот тебя этот как раз обогнал, тот, кто за тобой-то ехал. Козёл! А ты какой, кстати? Козёл, да? А я ты третий. Как... Ты третий? Ну, если бы не пинцов. Смотри, меня оба на круг обогнать, прикинь. Да, кстати. Я сам в шоке. Главное, ты третий, а мы первый и второй обходим третьего на круг. Это смешно. Так что мне до вас далеко. Попробуй рискнуть, вот я поехал. Вон, я сейчас только что на секунду твою сраку увидел. Блин, иди нахер. А, вот он ты. Чувак, иди нахер. Ай! Да ты косил. Я все равно на пинстоп за... Ты сам себя закосячил, я же на пинстоп еду. Иди нафиг. Я все равно на пинстоп еду, блин! Ах ты козлина, на пинстоп давай запусти! Вот всё! Ладно, езжай. А ты сейчас уже поедешь опять, прикинь! Да, то что ты меня вполне уже обгонишь. На круг, да. Я еще первый пока, второй! Ёб твою мать, я второй! Ну половину мы уже проехали практически карты. Да. Да. Я в ахуе, если честно. Ах! Я хочу, чтобы ты мою сраку увидел, как она просверкала после пинстопа. Тварь. Ты на меня, тварь, сказал? Да ехал куда-то, без меня. Да ты зато... Держите, парни, держите! Ты за... Хрен, одного я обошел уже из этих двоих. И все, я первый, наконец-то. А ты четвертый, походу, да, или третий? Я третий. А, третий. Ну там один круговой, походу, а один там второй. Там недалеко он получается от тебя. Я так понимаю, ты опять зайдешь первее меня на пинстоп. Сколько у тебя пинстопов? 4 уже? А у меня 3. Охренеть. В натуре от номера зависит. И от цвета. Мне не кажется, не только от номера. Цвет там тоже играет. Нет, цвет он не повлияет на это. А мне кажется, влияет. По покраске машины. А мне хрен его знает. Ты, кстати, ехал 206 тогда, помню. Да ты вот сейчас ехал сколько? 208, что это уже доезжал? И ты вот прям так ехал. Дамы и господа, извините за лаги. И... О!
Мне как раз жена тут покушать наклала. Буду, короче, это, на пинстопе хавить. Ха! Прям. Ну опа, 8 секунд, ну успею. Две ложки, да? Так. Кого-то догоняю. А хрен знает, может круговой. Может быть. Лаги. На круговой. Чувак, ты прав. Мы с тобой, походу, одновременно пойдем прям пинстоп, блядь. Угу. Да пошел ты! Опять круговой, да? Да. Пиздец. Я 25-й круг, ты 24-й. О, я еще проеду, тебе лучше встать, а я проеду еще. Да. У меня желтенькая еще. Как моча. Я уже на 26-м круге, а ты еще 24-й. Но я полтора круга у тебя выигрываю уже. Блин, 9 секунд еще загружали меня. Какой ты, третий еще? Да. Я только выхожу из пидстопа. На пинстопе как раз Пашенко подкрепился чуть-чуть. Ой. Хоть я еще первый остался пока. Не говори, что ты уже второй. Я пока третий. Походу, ты его срака. Нет, смотри-ка. Да сгинь ты нафиг. Опять круговой? Ну? Да ничего, все, сука, расплодились нахуй. Не знаю. Но думаю, скоро ты его увидишь. Ага, я хуй знает, где он. Когда играешь на одного, там карту видать. Можно переключить на карту. И увидеть, кто сколько выигрывает, кто сколько проигрывает. Ну, либо, допустим, ты идешь второй, можешь увидеть, сколько ты проигрываешь первому, и сколько тебе третий проигрывает. Я надеюсь, что это... Это круговой. Ой, не круговой. Сбоку обходи. Нет, тут никогда не обходи. Да. Ну-ну-ну. Блин. Сколько ты опять меня увидишь? А хуй знает. Но круг небольшой, поэтому и могу обходить на два круга спокойно. Ну, круг реально маленький. Я уже на 30-м круге. Ну я на два. Ну на два обойду, потому что ты еще на пинстоп лишний пойдешь. Да. Даже два. А нет. Да, два. Два. Тебе не хватит. А я на один пойду еще и все. Потому что мне хватает на 8-9 кругов, а тебе, напомню, на 6. Или на 7. Ну я потом пересмотрю запись, посмотрю, что там как. Угу. Ой. Блин, где второй-то, а? Ну, первый ты меня на трубку обошел, это ты? Это я, да. Гонишь под 190 миль в час. А ты 177. Я все к тебе. Я увидел этот удар. Это было жестоко. Я второй, прикинь. Нет, походу... Он, походу, тебя тоже обошел на круг. Да быть такого не может. Ну, может, потому что... Блядь, если я тебя обошел... Прикинь. Охуеть. Так, я первый. Ну это на мгновение. Сейчас мой астрак опять увидишь. А, не увидишь, я только что проехал. На два круга обогнал. Ну я сейчас стану на пинстоп, ты обойдешь этот момент.
Пока будет один. Ну не знаю, будет в общем итоге два. Охуеть. Я тебе сколько поедешь? Ну ты еще на пинстоп пойдешь, наверное. Хуй знает. А я пойду на 35-м круге. А может на 34-м? Не, на 34-м. Желательно. Да, я не буду рисковать, побаиваюсь, конечно. Я все-таки второго не на круг обхожу, блядь. Угу. Она чуть-чуть. Будет обидно, если мы будем вторым, третьим, блядь. И первый. Ну, третий, третий хотя бы. Нормально. Да третий это ты и придешь, важно. По-любому. О, я заехал. Здорово. Обошел, да, меня? Да, но это ненадолго. Сейчас до конца будешь ехать. Господи, позволь сделать так, чтобы он врезался хотя бы на одно мгновение при моем спидстопе. Ты про кого? Про меня, что ли? Угу. Ага, и толку? Ну хотя бы на два круга не обгонишь. Вот он ты! Ты! Лучше бы промолчал, не видел бы меня. Иди отсюда. Видишь, она тебя ругает. Иди, горибой. Смешно, да? Я сам охерел, что там обошел. Вот ты сам видишь. 205. А ты 201. О. Иди отсюда, козел. И ты иди отсюда. Не надо, чтобы ты мою долгую сраку на мою смотрел. Блять, иди отсюда нахуй. Я хочу от тебя оторваться уже, жену. Ах ты ж. На круг еще рискни проехать. Тебе должно хватить. Я рискну. А потом на пинстоп иди, ну, процентов на 75 заправляйся, не полностью. Ты же говоришь, что показывать не будешь. Нет, я и про тебя говорю. Ах ты ж! Чё встал, блин? Ты еще третий? Да. Вот это хорошо. Меня двое этих обогнают, когда вот. Так, на пинстоп сейчас бегом вставай. Но. И заправляйся процентов на 70-75, не полностью. Я тебе скажу, когда. Да, знаю, где. Сам не отжимай. Хватит. Должно. Это 70%, практически одна треть. Так времени хоть потеряешь. Две трети. Ну, наоборот. Выиграешь на меня. Чтоб я тебя... Сейчас это финишируешь. Ты представь, что... Ё-моё, чё за... Ты четвёртый, что ли? Нет, я до сих пор третий. Чёрт, я не знаю где. Ну, у меня последний круг. Вот если бы ты, кстати, на полностью заряжался, я бы тебя, может быть, чуть-чуть догнал. А куда ты поехал? Давай, Пашенька, держись, последний круг остался. Ну, думаю, еще на два круга мне хватит точно. Хватит, ну тебе три ехать. Я все. Да куда ты ломишься, гнида? Первый приехал, танк, где там второй? А второй далековато, не, далековато. Так, я не знаю, там, по-моему, я буду даже на карте торчать после финиша, так что прямо там... Ох я... ты! Встал, блин, посреди дороги. А я что сделаю? Я приехал. Ой, я же не думал, что ты еще до туда доедешь. А я сейчас специально отъеду, припаркуюсь. Все, припарковался. Да, классно. Припарковался где-нибудь на прямой дороге? Нет, не на прямой. Второй приехал. Последний круг. Тебе хватит. Но. Да ты! Достал уже. Я до сих пор третий.
Сам в ахуй. Да ты. Как раз хватает. Ой, молодец. Павел, first place. Жодав. Фрид плейс. Чокопай. Результаты. Джо Даффи 19.01.5. Барт Финлей 19.18. То есть проиграл 17 секунд Джо. А следующий Чокопай проиграл даже второму больше минуты. 20.25. Кстати, третья тебя в 40 секундах. Шон Стоквелл, Стю Хикс, Маккена, Лонг, Коннорс. 22.53 аж, блядь. Уилсон 22.55. Уилл Уильямс 24.41. Это было сильно. Аж он тебе последний проиграл 4 минуты с хуем. Мне аж 5 минут. 5, спасибо 40, за внимание. 5, с вами 100, был 100, Джо 5, 40. Даффи и Чокопай. Была охренительная гонка на 40 кругов. Пока.